перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я не побольше чуть-чуть. Слушай, ну ты смотри, все равно себе как-то... Нет, ну я сейчас просто думаю, понятно. И тут такой чеснок нарисован. Здорово всем. Столько расхуярил, гриндер конкретный дома. Здравствуйте. Я смотрю, так у вас, да, подготовлено все до творческого процесса. Там еще уборка какая-то. Так, а ты-то хоть смотрел, блядь, сериал «Империя»? Нет. Блин, да что вы за люди нахуй? Это где про музыкальные? Да, я начал смотреть, что-то какая-то шляпа. Бля, меня вообще радует. Мне показалось полной шляпой. Ну, артистов они нам подобрали. А ты не смотрел больше от себя? Чего? Нет, прикольно. Видоизмененный углерод. Давайте, короче, выйдем, кого-нибудь позовем. Сними припевчик. Давай. Кого ты хочешь позвать? Ну, Борис там какой-то припевчик. На ЦАУ сижу. Карин, привет. Виола. А где припев-то? К власти? Я к власти всегда отношусь. Не очень хорошо. Типа what the hell, what the fuck. По улицам города крутит розовый катафак. Пацаны не в курсе, типа. Пацаны не в курсе, типа what the hell, what the fuck. По улицам города крутит розовый катафак. Пацаны не в курсе, типа what the hell, what the fuck. По улицам города крутит розовый катафак. Траурные процессии намекают, типа нам недалеко до пенсии. Пацаны не в курсе, типа what the hell, what the fuck. По улицам города крутит розовый катафон. Борис, NPM Production, бля. Заебись, очень заебись. Круто. Как вам припев? А это кто? Кто он? Борис. Нихуя, я же тебе говорил, ты могёшь, блядь. Да, могёт, блядь, я модно могёт, блин, делать. А я это говорю. А ты вечно со своим 96-м, блядь. 2006. Заебал ты. Я на студии. Ну, на Слободке, на студии. На студии, я на студии. Я тебе говорил, что надо одному ебашить, я нахуй, раз, пиздец, что будешь делать. Боря, полтинник какой-то скажи. Боря, Серёг, блядь, сорян, ёпта. Ну, это реально так, блядь. Это реально так, нахуй. Ему надо есть работать одному. Да, ему одному проще. Полтос, ну, красавчик все равно. Полтос нихуя там чемпионов. Чемпионок штампует просто. Ну, в тренерской, блядь, красавчик, базара нет. Да не, он могёт. Джонни Вайтс, ну-ка, блядь, дай-ка мы его выдернем. Полтос, ну, пизды завтра, да? А Джонни Вайтс? Чисто увидел его дом. Борис, поговори с Джонни Вайтсом. А чего он не берет? Тебя игнорирую. Ты Версус поебался. Короче, я поебал Версус. Я сейчас от тебя все отвернусь. Да я хуй нажал. Борис, пока можно, да, откидывает куплет. Джонни, здравствуй, как ты, старичок? Вот смотрите, старичок Джонни. Лже Бориска, как твои дела? Круто, круто он делает. Вообще, да, тебе понравилось? Новое дарование. Охуенно. Короче, ладно, давай потом поговорим. Слушай, а у меня, знаешь, какой вопрос, братан? Давид, а у тебя ностальгия по...